Пора остаться, значит, умереть. То не рассвет, то метеор лучистый, он солнцем порожден, и дан тебе в факелоносце освещать дорогу до Мантуи. Еще не торопись. Что ж, пусть хватают, пусть меня убьют. Желаю, чтоб остался, я согласен. Не утренняя то голубизна, а лунного чела не яркий отблеск. И то не жаворонок так распелся на высоте под куполом небес. Идти охоты нету, смерть так смерть. И оставаться не страшусь немало, когда того Джульетта пожелала. Во мгле ночной поговори со мной. Нет, ночь прошла, иди и беги, родной. То жаворонок, у него не трель, а дрель. Она вонзается мне в уши. Не зря про жаворонка говорят, что с жабою глазами поменялся. Пусть бы и голосом, чтобы не пел навстречу дню, и разлучать не смел, иди, уже светает. Мир яснеет, а наше горе гуще лишь мрачнее. В окно раскрытое войди на свет, и выйди жизнь, в разлуке жизни нет. Прощай, дай поцелую и уйду. Уже ушел, я без тебя в аду, шли, мой любимый, каждый день известия нет, каждый час. Нет, каждую минуту, ведь для меня в минуте бездны дней. И я состарюсь в ожидании нашей встречи. Прощай, родная. Буду слать приветы при каждом случае, моя Джульетта. Ты думаешь, мы встретимся еще? Не сомневаюсь. И об этих бедах вдвоем нам будет сладко вспоминать. О, Боже, бедная моя душа, худое чует. Видишь ты сейчас, как впасть из склепа. Бледен, как мертвец, или меня обманывает зрение. Бледная ты, пьет горе нашу кровь. Прощай, любимая, до встречи вновь. Это было замечательное время. Это был потрясающий аванс для нас с Сашей. Мы были студентами школы «Студиумхат» курса Романа Ефимовича Козыка и Дмитрия Владимировича Брусникина. Студенты третьего курса, да, у нас состоялся пример, когда мы были студентами третьего курса. И это, безусловно, такой шанс, который попадает не каждому сыграть главные роли, будучи студентами. И я как-то вот от себя скажу. В принципе, больше, конечно, ассоциируюсь с музыкальной сценой, ни для кого не секрет, но я очень горд и счастлив, что в моей жизни есть сцена театральная. Есть она уже 15 лет, и есть она благодаря Роману Ефимовичу, потому что вот как началось тогда, в 2002 году, и так продолжается по сей день, я счастлив, что я выхожу на эту сцену уже 15 лет, что я не бросаю театр, я не бросаю
свое образование, которое я получил. Огромное спасибо, конечно, за тот невероятный опыт, который я приобрел и который мне помогает, чем бы я ни занимался сейчас. Поэтому, Роман Владимирович, огромное вам спасибо. Вы показали мне театральную сцену, вы сделали так, что я влюбился, по-настоящему влюбился в театральную сцену, в театр имени Пушкина, которому я не изменяю. Спасибо вам огромное. Спасибо за этот шанс. Я тоже хочу сказать от себя пару слов. Я понимаю, что мы смотрим, мы там такие маленькие, а сейчас уже взрослые, и столько времени проходит. И я понимаю, что великие учителя, они не только то время, когда они обучают студента непосредственно, могут их учить. Это такая долгая дорога. Я понимаю, что мне повезло, что мы встретились с Романом Ефимовичем, потому что если бы не он, ничего бы, наверное, в моей жизни не было, или было совсем иначе. Я понимаю, что он учил нас, я это чувствую. Все выпускники, все ученики, я чувствую, что есть что-то очень общее, что-то очень важное. То, что он прививал нам, и какое-то чувство вкуса, и какое-то ощущение жизни к своей профессии. И вот я понимаю, что учеба продолжается, а сегодня, увидев столько людей в зале, столько близких, сколько родных, студентов и его друзей, я понимаю, что эта учеба, она и будет продолжаться еще очень долго. Я очень рада этому. Я очень люблю Романа Ефимовича, вас помню и всегда рядом с вами, а вы со мной. Подводочка еще. Это был наш первый Сережа спектакль на большой сцене, дебют. А у Романа Ефимовича в качестве художественного руководителя театра имени Пушкина это был второй спектакль, потому что первым был на малой сцене спектакль замечательный «Академия смеха». Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И, конечно же, спасибо Роману Ефимовичу, что нас всех соединил, связал и продолжает нас всех соединять. Спасибо.